В Украину с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано. Он встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным и принял участие в совместной пресс-конференции. Какую помощь будет оказывать Киеву официальный Рим и как это отразится на разрешении донбасской проблемы, смотрите далее в сюжете. Украинские и итальянские министры иностранных дел за последнее время провели около 5 встреч. На них обсуждалось главным образом разрешение конфликта на востоке Украины. С 1 января Италия возглавила ОБСЕ, наблюдатели которой осуществляют мониторинг ситуации в зоне АТО. Миссия на сегодня не может выполнять свой мандат на оккупированной территории. Она не имеет доступа до тех районов и тех мест, где она, власне, має здійснювати свой мониторинг. И нагадую, что мандат специальной мониторинговой миссии – это вся территория Украины. И это означает и оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым. Анджелино Альфано пробудет в нашей стране 2 дня. Сегодня утром он уже встретился с Мартином Сайдиком, спецпредставителем ОБСЕ в трехсторонней контактной группе в Минске. У Альфано также запланированы встречи с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. Мы всегда неукоснительно придерживались нашей позиции и не собираемся от нее отступать. Добавим, что завтра Альфано поедет с Павлом Климкиным на Донбасс и лично оценит ситуацию. Александр Кац, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал.